ха, чики, ха, чики, ха, чики, ха, чики, ха, чики, чики, ха, чики, ха, чики, ха, чики, чики, ха, чики, ха, ха, чики, чики. Я в русском рэпе как Карабас-Барабас. Я в русском рэпе при этом не как патриарх Кирюша. Вы все клиенты мои, мои уши. И все, кто слушает сейчас этот рэпчик, все мои клиенты. У меня есть свой заебатый театр, у меня есть куклы. Вот кукла Пьеро, это типа Эмма Бой. Он вам расскажет про любовь, да? Вот, например, Пьеро, это типа Эмма Бой. Он расскажет про боль и любовь. А вот Арлекин, это гопник, да? Он его любит щемить и обижать. И сейчас он при вас прямо возьмет и надает ему, и надает ему. Чао, чики, чао, чики, пам, чипа, пау, хоу, чики, пау, чика, чика, пам, пам, пам. Я Карабас Барабас в русском рэпе, но вот Мальвина это такая лолли. Про наши отношения я вам не поведаю. Про наши отношения я вам не расскажу. Я в русском рэпе Карабас-Барабас. Я в русском рэпе с театром фриков. С театром фриков. Паучики, паучики, па. Вот моё фрик, мой фрик, мой фрик. Это пёс Артемон. Он настолько... Он настолько мной замучен, что он стал даже по-итальянски говорить. Артемон по-итальянски говорит, хотя и с французским акцентом. Интеллигентный пёс. А... Да, да. Гов-гов-гов, гов-гов-гов. Да, да. Интеллигентный пёс Артемон. Хм, хм. Щики-пау-пау. Я в русском рэпе Карабас-Барабас, да. Карабас-Барабас. Пёс Артемон, нас не тронет ОМОН. Ха. Мальвина. Мальвина. Про отношения с Мальвиной я вам не расскажу, не расскажу, да. Хоу, чики, 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 хоу, чики, 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 чики. Но это что за деревянная скотина с длинным носом? Буратино взял и все мне тут разрушил. Вот скотина, буратино, вот скотина, буратино. Пау, 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 деревянная скотина, буратино. Чикиряу, ха, чикиряу. Я не патриарх Кирюша, вы клиенты мои уши, я Карабас-Барабас в русском рэпе.